Вернулись со щитом. Телерадиокомпания «Губерния» вновь в числе лучших. Съемочная группа программы «Товарищ солдат» получила специальный диплом и памятный знак на межрегиональном фестивале «Щит России». Рабочие моменты и то, что обычно остается за кадром, увидели наши корреспонденты. Служить – это не страшно, а престижно, утверждают создатели программы «Товарищ солдат». Уже год в эфире телеканала «Губерния» они рассказывают о вооруженных силах России и показывают армию с человеческим лицом. Героев зрители видят не только на службе, но и дома. Снимали командира самолета Ту-160, командира эскадрильи. Он как бы на службе командует там несколькими машинами. Там у него, грубо говоря, под боком там 40 крылатых ракет с ядерной головной частью. И он дома тут же варит кофе. Он говорит, у меня хобби рисовать по капучино молочной пенкой. Чтобы показать, в каких условиях сегодня служат, съемочная группа порой отправляется в самые суровые командировки. В Мурманск мы ездили, очень сложные условия. Если здесь, в Самаре, было уже, ну, так скажем, весна, так тепло, птички там. А туда мы приехали, там снега по колено, ветер постоянный, ураганы, ну, такая экстремальная погода. Старания коллег высоко оценили в Перми на межрегиональном фестивале «Щит России». Оттуда наши коллеги привезли специальный диплом и памятный знак. Анастасия Гончарова, Дмитрий Столяров, Александр Дудко. Новости «Губернии».